Гиперпсихопат. Hey V, a truck hauling cyberware crashed in the Badlands. It's top grade chrome, but the NCPD's not in much of a hurry. Tells me they suspect the cyber psycho's the cause, and it's got them spooked. Check it out, but no killing if you can help it. What's this? Да, качественные импланты, которые я почему-то взять не могу. Ну вот Керезников, который наверняка я не смогу установить из-за того, что у меня низкая реакция. Я вот, кстати, не уверен, сейчас там будет такая машина, которую можно было бы сбросом настроек. Но не убью ли я его? Ведь их убивать-то нельзя. Для того, чтобы пройти все задание нормально. Ну, привет. Ладно, я понял. Just stay out of trouble, okay? Естественно, ты ж хозяина облаял. Вон та машина. Ну, дубины я его точно валить не собираюсь. Его надо как-то по-электрически. Более он какой-то... Что за призадумался? Задумался мужчина.
него уровень черепковый. Сейчас меня найдет и убьет. У меня есть сомнение, что я вообще его задеваю. Потому что они ведь могли это так заскриптовать, что как бы не получится его таким образом убить. Я вообще не понимаю, как, блядь, эта игра вообще должна работать? Вот по какому принципу? Что я должен понять? Я его побеждаю, не побеждаю. Скрипты мимо мажут. Что, блядь, происходит? Я в прошлый раз ему треть жизни вырубил. Нет, вроде нормально я его мочу. Он просто толстый. Все.
Yeah! Я так понимаю, у него нет. Все. Кашись, все.